Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Именем Аллаха милостивого, милосердного, знай, да помилует тебя Аллах, то каждый из нас обязан изучить 4 вопроса. Первое – знание. А это познание Аллаха, познание Его Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и познание религии Ислама на основе доказательств. Второе – действие. Согласно этому знанию. Третье. Призыв к этому. Четвертое. Терпение перед трудностями, возникающими на этом пути. Доказательством это является высказывание Всевышнего. Именем Аллаха милостивого, милосердного, клянусь предвечерним временем, поистине человек в убытке, кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение. Имам Аш-Шафии, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: если бы Аллах не спослал бы доказательства, кроме этой суры, то этого бы было достаточно. Сказал Аль-Бухари, да смилуется над ним Всевышний Аллах. Глава знания прежде слов и деяний. Доказательством этого, изложенного в названии главы, является высказывание Всевышнего. Знай, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху. Аллах упомянул знание прежде слов и деяний. Абдуллах, ты знаешь 3 основы религии? Да. Давай я тебя спрошу. Давай. Абдуллах, кто твой Господь? Мой Господь Аллах, который создал меня и все миры по своей милости. Я поклоняюсь только Ему и никому помимо Него. Я знаю, что Аллах – это единый Бог, Создатель и Властелин всего. Машаллах. Абдуллах, а кто твой пророк? Мой пророк Мухаммад бин Абдуллах бин Абдуль-Муталиб бин Хашим, Хашим из курайшитов, а курайшиты из арабов. Абдуллах, а какая твоя религия? Моя религия ислам. Это религия мира и спасения, благополучия и свободы. Ислам – это покорность Аллаху посредством таухида и повиновения Ему, непричастность к ширку и Его приверженцам. Барак Аллаху фикум!